Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Продолжаем играть в Hollow Knight. Что ж, сегодня я начну третью серию прохождения игры. Со следующими настройками, то есть я буду играть на островах, на нормальной скорости, по сложности Империи. Я хочу посмотреть, как компьютер у нас играет на море, сколько он умный по сравнению с цивилизацией, то же самое. Так, не будем медлить. Так. Старт. Посмотрим, будет ли он захватывать территории, будет ли он что-то там еще делать, как мне, как всегда, повезет с островом. Ну вообще, то есть, и попробуем выиграть в научной сфере. Конечно, будет сложновато, особенно на этом уровне сложности. Я не так хорошо еще играю, но надеюсь, мне получится это сделать. Если нет, то как минимум хотя бы по очкам. Самое главное тут проверить острова вообще, как интересно играть с точки зрения с военным флотом или нет. Вообще, полезен ли вообще флот? С той же цивилизацией можно было флотом грабить так города, что просто офигеешь, не встанешь. И да, прошу прощения, если во время игры вы услышите звонкий голос кота. Я с этим ничего не могу сделать. Так, куда? Ну ладно, беги, ты лучше знаешь меня. Да, если что, если вы не знаете, куда бежать, направляйте разведчика автомата, он сам знает, куда добежать. Ну, плюс 10, это, конечно, хорошо, но уже 3 хода ни о чем. 5, серьезно? Это издевательство, ей-богу, издевательство. Ты куда? Там... Ладно. Ладно, так. Все, хватит. Набегался. Беги сюда. Надеюсь, ты добежишь. Если нет, ну это печально. А почему я не могу сюда нормально бежать? Зачем такие сложности? Ладно, ладно, так, беги дальше. О, беженец, еще один. Так, ну видим, конечно, на другом острове еду, но, к сожалению, мне она нафиг не нужна, потому что я туда не доплыву никак. Здесь, конечно, нет, как в цивилизации, плавать по территориям. И я так понимаю, а нет, все-таки мы, наверное, можно бы добежать. Еда есть. Эта штучка есть. Где-то там я еще видел. Кстати, можно было бы уже поставить город какой-нибудь. 18-4, ну пускай здесь стоит. Для первого города сойдет. Так, и тут... Да, лучше бы, конечно, 20 еды, но... за неимением большего, как говорится. Да. Без ходов. Это ужас. процентов осталось хп, серьезно? Ну вообще никакие ворота это не лезет, но это банально из-за реки. Здесь да, у меня это чувак бегает с одним разведчиком. Я, наверное, все-таки перейду в другую эпоху. Так, Микен уже двое взял, или и финикийцы возьму, потому что у них есть хорошие порты. А раз у нас тут все-таки с островами, будем брать их. Так. Блин, фиг его знает, что у нас здесь, да? 9-9. Ладно, поставим здесь город. Что такое? Скорость перемещения, серьезно? Еще один разведчик. О, кстати. Бы нет.
12 из 10, это очень хорошо. Блин, ну ладно, ты бегай дальше. Здесь я уже не успею взять. Так, производство, еда и земледелие. Потому что еда мне нужна. Кстати, конечно, можно было бы и не брать территорию. Ну, не территорию, а переходить в следующую эпоху, потому что город все равно строит сколько? 2 хода еще. Можно было бегать и бегать. Ну ладно, так. Я здесь, на этой территории, значит, можно, нужно сюда бежать. Сколько мне? 10? Ну, город, скорее всего, здесь у меня будет стоять. Так, и здесь, наверное, я их объединю, чтобы убивать этих животных. У нас тут гризли. Блин, лучше бы я отступил. Хотя вроде как 12:30, в этом плане побеждаю. Да, я все-таки выиграю этот бой. И 10 голды, да, наверное? Да, 10 голды, супер. Я первый аванпост мой есть. Так. Сколько мне еды? 11-10, да? Окей. Два из 10. Так, вроде бы хорошо. Голода нет. Если что, можно будет перекинуть. Так, это сразу разграбить. Нефиг мне с этими ГГшками тут появляться. Один? Серьезно? Вы издеваетесь? Один. Окей. Что я могу сказать? Так, что насчет городов? У меня тут очень плохо. Всего лишь 4 территории. A city means shelter for those who need it. A place to store 160 на следующий город. It may not be glorious, but it beats sleeping under trees. Блин, даже на самом деле отвратительная территория. Что я здесь вообще строю?
я вообще финикийец, а, правильно. Что можно взять? А, ничего. 20 надо. A first visible mark of this new culture. И до рыбной ловли поперли. Плюс 5. Остальное там уже сам доделаю. Так. Еда есть? Есть. Все, можно распускать. Плюс 4. Ой, простите. Спасибо. Так. Плюс 3. Ну, тут уже еды куда... больше. Так. Ну, какой-то отстой на самом деле дали. That seems to leave a lot of interpretation of right and wrong. Not to mention yours and mine. Так, что у нас тут по городам? 12-6-6, так. 8-7. И тут у нас 7-8-5-12. Наземные отряды плюс 10 еды. Пускай население растет. Так, можно лес, кстати, повырубать. Как вариант. Может, быстрее развитие пойдет. Религия есть. По очкам пока нормально. Не все так плохо, как кажется. Так, что у нас с лесом? Пойдем вырубать его. Посмотрим вообще, насколько это полезно. Либо бесполезно. Так. Вот здесь хороший лес, который нафиг мне не нужен. Вырубка растущих на подходящий лес, вы получаете эти бонусы к промышленности, если действующая выполненная территория принадлежит одному из ваших городов. Оставаться на одном месте несколько ходов. Ну давайте посмотрим, насколько здесь. 4 хода. Промышленность 13 ходов. Так. 20 ходов. Ну фигово, конечно, дорого. Блин, этот город быстрее вырастет, чем там. 14. 14. О, сразу 8 ходов уменьшилось. Супер. Сто шестьдесят. Десять ходов. Посмотрим через два хода, сколько останется.
на 2. Гончарное дело покупаем. Хлеб. И лес. Лес, ну, леса достаточно много, так что... Да. Кстати, посмотрим, сколько у нас 6 было. 5. Ну, такое себе, я лучше этот город развить. Твердить. Так, 1-5. Посмотрим. Кто-то взял от моря до моря. А, кстати. В ферме тоже есть такая фигня. И я теперь могу порты делать. Так, мне надо вот эту фигню сделать. Один ход. А нет, не один ход, 4 хода. Где долго. Это как-то на самом деле не так уж выгодно всю эту фигню строить. Поэтому нафиг, я больше ее строить не буду, зато порты построю. Вот так. Здесь 2 и 12 есть. О, нифига себе, даже наука есть. Это какая-то фигня, да, у нас? Рифы, а, поэтому науку дают. Ликование, стабильность, вера, наука. Религия пыл, последовательно одного из конфессий, постепенно заражает весь город. Горожане на 25%. Ну, давайте посмотрим, насколько 25%. Вообще выгода нет. Если честно, я без понятия, лучше покажу науку. Кстати. Убрать. Devotion and respect for authority. Good. Just be careful of fanaticism. Так, еда есть? Есть. Блин, что-то голды так мало идет, ужас. И что там с религией? Почему только 10 из 25? Потому что у меня банальное население, да? Да. Можно присвоить. Так. Что у меня по драгоценностям есть? Это считается серебро? Серебро. Драгоценные ресурсы используются... Так. Добывать драгоценные ресурсы. Это что-то значит? Непонятно. Но, тем не менее, я возьму. Присвоить. Так, все, пускай бегает автоматом. Нужно, чтобы как-то население выросло. Кстати, население. Ну-ка, иди сюда. Наука, наука, это хорошо. Так, 260. А тут я уже купил. Хи-хи. Все часа до нет. Это попозже это сделаю.
Так, вот теперь мне 5. Двести десять. Берем кораблики. Что тут я хотел? Вот эту штучку. Раз, два. Конечно, жалко, у меня их всего лишь... А нет, вот еще у меня есть. Так что все хорошо с этим. Я уже испугался. Нифига у меня нет, типа... хороших ресурсов. Так, это у нас покупаем. Блин, капец. Один с ходов. Серьезно? Что у меня с производством? Всего лишь 26. Как так? Да и тут тоже как-то... Блин, 3 из 3, все. Нам повезло. Ну вот, кто тоже пришел в следующую эпоху. Изобилие. Едой. Инсидон. Ой, кстати, зря я это сделал. Я что-то не посмотрел, то что у меня теперь этот минус идет. Руководство. Лимит городов. Да. Кстати, надо будет потом ирригацию сделать. Еще один перешел в следующую эпоху. Блин, надо было вот эту фигню купить. I suppose there are some things that are best done alone. Финикийцы, так, Карфаген. Давайте продолжим. Кораблики строить. Так, есть. Беспорядки? Ну, да, беспорядки, это понятно. 30%. Что мне с наукой так все плохо? Мне, наверное, тут лес лучше взять. А мне его нет. With 5 farmers' quarters, the people certainly have enough bread. Will 5 circuses be built next? Интересно, я сюда рядышком могу поставить? Нет. Но зато здесь могу взять. Нет, так, надо производство быстрее сделать. 36 всего лишь. 38 тут пока нет смысла строить катон. Банальное настроение. А теперь можно поставить ирригацию.
Так, отсюда нафиг убрать. Деньги гавань плюс 3. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, так. Ну, рыбная ловля, это понятно, потому что это как раз еда плюс 3, и вот эти плюс 3 меня закроют. Там будет плюс 3 есть. Кроем есть. Плюс 3, как я и говорил. Больше, к сожалению, еды у меня тут нет, а вот амбар есть. Производство есть. Сколько надо? Тебе 25. У меня еще пока маловато. Боевая мощь. Нафиг не надо. Деньги. Деньги. Ирригас. То, что надо. Ой, нифига себе. Минус 52. А что так плохо? Стабильность, непокорность, статус. Болотное железо крови. На 10 ходов, это кошмар. На самом деле, очень плохо. То, что у меня появилась эта фигня. Блин, еще с едой проблемы. Строим, и теперь и так должно быть. 6 ходов, 5 ходов. Ну да, потому что производство больше. Я плюс 11. Архи. Мне почему-то помнится то, что хорьки — это хорошая вещь. 56%. Две тысячи у чувака. Ёпарасоте, это кошмар. Вот из-за чего? То ли он... у него остров больше, то ли еще какая-то фигня. Ну, остров у меня действительно маленький, конечно. Можно было бы в одним городом играть, кстати. Увы, нет. Кстати, я дурак, да. To harness the power of water itself in order to feed your people. Так. That should make you popular. Гидра, чтобы поставить, поднять стабильность. Семь ходов. Сколько еще будет непокорность? Еще один ход. И все, наконец-то пошел плюсик. Так, и строим кораблик. Чтобы разведку пойти, вон здесь можно... А, я туда не доплыву. This emblematic unit is a symbol of pride and power for your empire. Let's hope they're worth the price. Поплыл. А он что, может плавать по... Взять на абордаж. Ломать весла. Так. Получает урон, если несколько ходов подряд находится в открытом море. Навигатор.
Ну, блин, нафига он тогда там стоит? И плюс 54 есть. 5 market quarters should provide you with a number of pragmatic answers. Пища, река и вот эта фигня. Ну, амбар еще, да. Изобилие есть. А вот там еще один цвет. Это 4 хода? А, нет, это не то. Я думал, я уже смогу технологию изучать, которая позволит плавать по рекам. Вот через море. Так. Значит, все в любом случае сюда бегом. Хватит тут кургами наматывать. Триста голды есть. Нафига мне это говно? 5 часов, 33 хода. 30 ходов, кстати. Двадцать один. Скоро новая религия будет. Блин, ну если там религию уже взяли с едой, это, конечно, печально, на самом деле. У них насколько сильно будет население выросло. Две триста. Видно сразу то, что у чувака с территории больше повезло. Шесть. Да, уже лучше, да? В этом плане. Так, кудук нафиг надо. Мельница, река. So now we have the Huns as neighbors. Понятно. It's going to be a challenge to put up with them. Куда ты побежал, тварь? Greetings, sovereign. Do you too believe that there is... Come. Вот урод. Логично, на самом деле. Победа. То есть уже видно то, что он быстрее меня развивается в технологиях, он уже может высаживаться. И, значит, да, компьютер все-таки здесь тоже все-таки умеет высаживаться. Так, мне еще 5 ходов ждать. Какое-то говно дали мне. Так, это остров, я так понимаю, на Кстолин, да, только можно присоединить. Ну ладно, допустим, так. Ух, нифига себе, что он нашел. Религия, да ладно. О, всего лишь и никто не взял. Озеро. Берем, конечно. И да, теперь проблем вообще не должно быть никаких. Выжигательная печь, промышленность, ремесленный квартал, каждое средство. Ну это, конечно, прикольно. Так, ладно, возьмем оборону и потом возьмем вот эту фигню.
2600. Это ужас. У меня 2500. Нафиг не нужны. Так, территория. Тут, наверное, что-то надо на молоточке взять. Ура! Новая эпоха. Нет, что ли? До сих пор нет. А, ну... Это кошмар. Амбар, амбар, амбар. Нужен ли мне амбар? Тупой вопрос, конечно. Так, мне нужно деньги, главное, площадь. Мне нужны молоточки. У меня всего лишь 72 молотка, а здесь 89. Нифига тут науки дают, конечно. Граждане. Ну, граждане, кстати. Лучше железо. Что за деяние? Так, ну ладно, плевать. Так, мне надо город. Хорошей едой. А там, я смотрю, у нас уже компьютер, да, присел? 10 27 у меня. Так, он сильнее меня. Уплыли. Надо плыть отсюда. Кто-то подвисло. Нифига, конечно, остров тут большой. Ох, нифига тут еды и всякого. Так, делаем так. Что опять у нас еда, которая мне нафиг теперь не нужна. Кстати, у меня слишком много еды, да. Сделаем так. Кстати... Значит, религия. Хотя, давай-ка молоточки сделаем, потом с религией разберемся. Лампочка, лампочка. Да, берем лампочку. И тут у меня еще тоже есть чуть-чуть населения. Ну... Есть, доплыл, молодец. Я думаю, сейчас ему каюк будет.
Смотри-ка, ну, все-таки компьютер захватывает острова, конечно. Этот остров бы надо саму захватить, перви его. Не хочется ему отдавать, тем более чудо света есть. Ну, блин, насколько же он отстойный этот остров? Зато ресурсов дофига. Так, плюс 10. Нормально. А где у меня тут? Вот, 56 сады. 14 ходов, кстати, тоже. Вполне неплохо. А куда их ставить? На реку или куда их ставить-то, блин? На источник драгоценных... Ага. Единственное место, куда их можно поставить, так что ставим. Так. Два 18. Ну, кстати, почему бы нет, если только на молотке ставить эту территорию, пускай. О, еще один кораблик. Пускай вдвоем плавают. Знаю, здесь компьютеры умеют плавать и разрушать всю мою территорию. Вот здесь вот поставим нормальный город, третий. Боевой слон есть. Вроде бы хотел, конечно, на науку пойти, но, блин, что-то как-то до науки все плохо. Так, 7-10. Нет, мне надо еды много. Я бы двадцаточка, ну 15, вот 15. Ну, почти 15, 14, правда, ну ладно. Сколько, 6 еды? Нет, это вообще ни о чем. Ты зараза такая, кстати. I have a proposal. Greetings. To what do I owe this pleasure? So, what do you say? I'm not easy to convince. No, this will never. Совсем борзели. Гунны. Lovely. Я до сих пор карфаген. A cultural wonder. That makes me want to pull out my toy blocks and go crazy. Зато с населением у меня проблем нет. Даже наоборот, перебор. Так, остров есть мой. On another continent. Quite the globe-spanning imperialism. Теперь этот континент нужно быстро-быстро развивать. Пять ходов. Вот пять ходов построен, надеюсь, уже что-то будет. Так. 10 ходов, блин, серьезно. 2, 10. Вот так, надеюсь, получше будет. Теперь.
Где эта штучка-то? Вот она. Покупаем. Вот отлично. И у меня теперь с седой нет проблем. Рудник с железом. Квартал есть. Потом туда тык, туда тык. Через 9 ходов уже будет лучше. Так. Пища минус 5. Деньги минус 5. Деньги. Звезда эпохи. Так. Плыл дальше. Ну, а ты плыви сюда, не знаю. Чья-то у нас там территория, я не вижу. Но тем не менее. Так, что у нас с рабами? I hope you don't start altering law enforcement practices just to get your production quotas filled. Минус 10 населения. Бодриема. Нифига себе, он мне тут укокошил. Колонизация. Я накладываю статус покорность на захваченные города. На самом деле бестолковая фигня. Можно было и не брать. У меня еды не хватает, серьезно. То 56 производств, ну уже куда лучше, конечно. 96 ходов прошло, это ужас. Но хоть что-то. Так. И у меня еще один кораблик есть. Плавай дальше. Перехода. 7. Ну, блин, вот это, конечно, тоже территории такие. А, это какой-то Пантикор. А там-то кораблики уже получше будут. Армия. А, понятно. Хотя давай так сделаем и дальше вот так.
наука. Бездействующий город. Что-то нужно на... Так, с едой у меня хорошо все. Гавань. Да, гавань. Жди. Так. Площадь неинтересна. Телефон-бар это, конечно, можно будет сделать, но уже потом. Монголы и ганцы. То есть двое уже перешли. Что у нас тут? Союз. Все города. 5%. Викинги нет. Из-за карты средства с объектом озера. А деньги это разграбление. Нет, не то. Англичане. Ну, блин, кстати, эти количества присоединенных территорий, ну, тоже не то. Кхмеры, промышленность, ремесленные. За население, промышленность за население плюс один. Барай. Кстати, если поставить, у меня взлетит промышленность, просто жесть насколько. Кевтонцы. Наука за последователей государств плюс один. То есть, как минимум, 20 науки мне даст. Влияние, которое мне нафиг не надо. Византия. Союз. Все города. Деньги 5%. Ну. Сколько у меня сейчас? $203. То есть я должен буду получать 220 голды. Наука за последователей. Тут, конечно, такой говно кайзерский сбор, блин. Вера за каждое соседство со субъектным уровнем. Считается за производство. А за производственный квартал. Блин, зато за... Наука 5%. Все города. Сколько мне науки сейчас идет? 80, ну, вообще ни о чем на самом деле. Кстати, деньги тоже дают. И возьму деньги и религию, конечно. Wisdom. The Teutons did indeed have great cities. То есть 250, то есть на 50 голды больше, да. Это сколько у меня религия? Вроде как тут моя больше, да? А, нет. Ну, с религией вроде как у меня еще более-менее. Тут, конечно... Что занято? А, нет, еще три. Три свободные. Наука, ну, которая мне нафиг сейчас не нужна. А, кстати, это научный квартал, точно. Это у нас Квадриема, то есть он уже здесь давно. Слушай, я думаю, на этом я закончу. По ходов прошло, чтобы выйти в третью эпоху. Это, конечно, жесть. У чувака уже 3500 очков. Улучшенный всадник. И это что-то тут было? Один ход. Здесь бы надо население уменьшить. Оп, и уменьшили. Кайзерский собор.
Ах, промышленность. Это нафиг не надо, говно. За группу, ну, у меня всего два ученых, так что... Религия. Как посмотри, какие у меня здесь постройки уже стоят. Почему я здесь не могу построить? Уже есть такой округ. Тут, я так понимаю, промышленность, да? Гавань. 30 жратвы, которая мне нафиг не нужна. Потому что мне и так население перебор. Так, мне надо... Вот сюда лучше, конечно, не строить, потому что банально... У меня здесь и так перебор, да. Да, блин. 8. 12. Религия, это, конечно, хорошо, но ее слишком мало. Ну, как-то тут с молоточками очень плохо. Сюда бы надо поставить, конечно. Хотя я могу здесь поставить? Нет, ну ладно. Так, ну еще раз. Всем спасибо, кто посмотрел. Ну и до встречи. Всем пока.